Всем привет! Сегодня мы будем менять, или точнее пытаться поменять на айфоне стеклышко, дисплейчик. Так вот неаккуратно им саданули. iPhone 4. Пришла мне вот такая штуковина. Не знаю, оригинал, не оригинал. Сейчас посмотрим. По идее, на этом дисплее, если он оригинальный, если будет видно, на камере, точнее для камеры, должно быть колечко, и для динамика здесь такая штуковина, как уплотнитель. Но тут я их не вижу. Ну что, будем маяться, менять. Первые айфоны были скручены вот здесь болтиками Philips под крестообразный шлиц. Сейчас они заменены на пятигранную звездочку, или как она там называется. В общем, суть до дела. Приготовил я коробки, потому что болты все разные, дабы не перепутать, случайно где-нибудь там что-то не наковырять. Так, два болта я уже снял. Сдвигаем крышку. Аккуратно ее снимаем. Видим батарею. Так. Здесь у нас также должен быть крестообразный болтик. Я его открутил на 2,5. Вот. Аккуратненько достаем. При помощи ногтей. Вот так вот раз. Я тут немного подсматриваю в компьютере. Теперь надо аккуратненько отсоединить батарею. Иногда она бывает неплохо приклеена. Так, стоять, фиксатор. Фиксатор. Наша батарейка отсоединилась. Насколько же у эту батарею? 3,7 вольта, 1420 мАч. Не сильно, не сильно. Но, может быть, этого и достаточно. Так, смотрим далее. Нажать, дабы вытащить симку. Так, попробуем нажать. Честно говоря, первый раз вообще разбираю такие вещи. Не получается. Как же быть? Советую ковырнуть скрепкой. Давайте попробуем. Ой. Так, ладно. Вытащили. Далее смотрим. Два болтика. Один и два, один и шесть. Помечаем. Один и два. Один и шесть. Тик.
дыма, который один и два судыма. Кому в принципе не интересно, можно перемотать дальше и посмотреть конечный результат. Да, кстати, о том, что давно на канале не было видео, всего такого прочего. Тут пока детей в школу, пока тут с работой были проблемы, то есть пока тут с гаражом, пока с машиной, то есть мотался, весь, короче, измотался. Рекомендовано использовать пластмассовый инструмент. И где ж тебе взять пластмассовый инструмент? Какую-нибудь симку, что ли, найти? Вот этой картоночкой. Нет, не пойдет. Так, симкой, хорошо. Отведите. Все приклеено. Сильно, наверное, отводить не будем, потому что можно поломать. Так. Отведите шлейф. Отвели. Да, что-то слишком сильно я его отвел. Так, далее. А, не сказал. Ну, тут рекомендуют специальный инструмент, вот это заказывали на AliExpress, звездочка 0,8 пятигранная и крестообразный шлиц 1,2, то есть такая вот специальная отвертка, цановое крепление двухстороннее, там еще порядка 90 рублей что ли стоит, я не помню точно. Так. Используй пластиковый инструмент. Да нет у меня пластикового инструмента. Будем аккуратно ковырять симкой. Сильно не наковырять. Так. Коннектор антенны отошел. Любят они болты все разные. Открутите. А, вот для этого надо шлейф отводить. Аккуратно в сторону. Почему-то кажется, что если пару раз так отвести, и шлейфу этому будет хана. Так, тут у нас болт 1,9. Помечаем. 1,9. Кстати, по поводу находок. Находок что-то... Не сказать, что их нету. Ну, люди даже вот перестали выкидывать. Даже вот, ну, вообще перестали выкидывать. То хоть, или, я не знаю, кризис, что ли, влияет на это все дело. Так, 2,3, 1,6, 1,4. Открутите 5 винтов, закрепляющие антенну Wi-Fi. Так, 2,3. Оранжевого 2. Это вот это и вот это. Это 6. Так,
Понятно. Вообще такое ощущение, что кто-то уже тут в этом телефоне ковырялся. Потому что этот болт вообще не могу понять, что он не выходит. Или что он сорван, что ли? Ладно. Зеленый. 4,8. Самому страшно. Руки что-то поддрагивают. Вот 1,4 сорван. То есть, видимо, кто-то уже пытался ковыряться здесь. Почему я это утверждаю? Потому что, ну не знаю, будет вам видно. Здесь такая гаечка, которая, по идее, должна сидеть на плате. Вот ее тут выдрали. Ставить ее обратно, не ставить, или пусть она так и держится. Мы поставим 1,4. Вот, вот здесь лежит. Так, дальше я вот тут даже написано: при сборке обязательно для того, чтобы избежать повреждения LCD дисплея, ставить, что длинный 4,8 установлен правильно, так как он заземляет Wi-Fi антенну. Неправильная установка может стать причиной плохого приема сигнала Wi-Fi и иногда неактивным пунктом в основных настройках. Вот так. Вот и все. Так. Дальше у нас тут якобы надо планку выковырнуть. Потом, чтобы немного приподнять верхний угол Wi-Fi. И снять его. Ну тут уже за нас это сделали. Так, потом рекомендовано отсоединить, приподнять коннектор задней камеры, отсоединить его от разъема на плате. Слетите заднюю камеру. Все делаем симкой. Извлекаем заднюю камеру. Задняя камера. Так. Теперь необходимо, снимите круглый белый стикер, гарантийный стикер индикатора воды с винта рядом с язычком стикера батареи. Открутите 2,4 мм крестовый винт, спрятанный под стикером. Вот если вам видно, то уже понятно, что его крутили. Ну ладно, не суть, что важно. Стикер мы тогда извлекать не будем. Будем крутить вместе со стикером. 2,4. У меня так все спичечные коробки закончатся. Сколько болтов. 2,4. Оп. Так, это отсюда нафиг.
Так, пока жму паузу, пойду искать коробки. Так. 2, 4. Раскиверяли. Продолжаем. Отсоедините следующие коннекторы на плате. Тачскрин. Ух ты. Как все интересно. Следующий. LCD снизу. Видал бы производитель какой-нибудь мегамастер. Так, то есть почему, как я ковыряю это все дело, он бы повесился, наверное. Того все тут такое мелкое. И, честно говоря, симкой хотя бы заточить. Ну вот такие вот мы колхозники. Что поделать. Отсоединили. Далее. После того, как отсоединили, используйте маленькую плоскую отвертку, чтобы открутить 4,8 мм винт рядом с разъемом наушников. Маленький плоский отвертка. Вот он. Неудобно. Открутили. Шаг номер 19. Аккуратно извлеките плату, не задевая шлейфы, которые могут зацепиться за нее. С какой стороны рекомендовано это все сделать? Вот с этой. Так, коннектор антенны. Раз. Два. Четыре. А ручки-то подрагивают. Страшно. Но мы легких путей не ищем. Так, смотрим. Непонятные окислы. Так, материнская плата. Или как она там, плата. Отсоединили. Хорошо. Далее. Обратите внимание, на верхней части платы имеется резиновая наклейка в том месте, где проходит шлейф LCD тачскрин. Убедитесь, что она есть перед. Что она есть перед установкой платы во время сборки. На верхней части платы имеется резиновая наклейка в том месте, где проходит шлейф LCD и тачскрин. Вот это что ли?
нижний динамик в корпусе. Отлично, поворачиваем. Нижний динамик в корпусе. 2,4. Отхреначиваем болт. 2,4 вот сюда. Далее. Извлеките корпус динамика. Очень интересно. Да безобразие просто. Далее. Опять переходим в верхнюю часть телефона. Открутите два винта. Вибромоторчик. 6 мм. Записываем. Это будет самый верхний. И куда же мы, наверное, выгрузим этот динамик? Ой, мотор. Чик. Так, извлекли. Открутите один 1,5-миллиметровый крестовой винт, находящийся справа, вверху рядом с разъемом для наушников. 1,5. Полтора у меня вроде нигде не было. Это шелуха. Со стороны громкости. На всякий случай помечу, мало ли вдруг. Кнопки громкости. Какие-то болты с шаёбочками. Теперь бы это все не промахать бы. Ну да, тут видно, что кто-то уже полупал, причем нехило. Вот она и шайба вывалилась, которую, по ходу дела, забыли тут воткнуть. Теперь куда она делась? Сюда. Так. Находящийся с нижним микрофоном.
то, что вот из разъема. Вот это раз. Я еще раз повторюсь, если кому не интересно это все дело. Тут в принципе что? Я снимаю то, что снимаю. Вот решил поменять корешу дисплей. Дисплей пришел. Кому не интересно, перематывайте. Увидите результат. Сделал я это или нет. Вот откуда вот оно. Вот и думайте, переходите. Вместо выкручивания последних удерживающих, я так понимаю, дисплей здесь не клеится, просто удерживается вот на этих болтах по бокам. Сейчас ты скажешь, ты правильно понимаешь, комментируйте, говорите вопрос, мы просто подопустим. Я просто так вот. Вот на самом деле эту процедуру делаю первый раз в жизни. Так, достаточно. Открутили. Теперь что следует сделать? Здесь нарисовано, осторожно вставьте край пластикового инструмента. Причем это рекомендуют сделать со стороны. Тихо, ничего не сыпется. Со стороны кнопки Power, сюда. Так, у нас пластикового инструмента нету, потому что мы колхозники. Оп, свекловоды. Так, не пытайтесь ставить инструмент между стеклом и рамкой. Аккуратно приподнимите верхний край дисплея от средней части. Вместо использования пластика можем воспользоваться присоской. Крепко приклеен дисплей. Я бы не сказал, что он тут крепко приклеен, потому что, сами видите, он уже вывалился. Продолжайте отделять дисплей от средней части до тех пор, пока клей рядом с кнопкой Home, то есть вот этой, клеится. Аккуратно вытащите нижний край дисплея и средней части. Будьте осторожны, если кнопка упала с глаз. Вы можете разорвать шлейф кнопки. Так, ладно, все понятно. И он больной зуб. Что мы тут имеем?
Шах 30. Аккуратно извлеките. Дисплей перед установкой, модуль, дисплей, дичта. Оба шлейфа LCD. Тачскрин, они имеют сгибов. Для защемления между пузырем, пырым, пырым. Это может привести к повреждению шлейфа. Недостаточно запас длины. Когда модуль дисплея установлен правильно, шлейф и дисплей, тачскрин должны быть, если близ друг от друга, не должно. И что-то хрен пойми чего. При замене дисплея вы должны помнить, что возможно придется установить сеточку динамика и кольцо передней камеры. Их наличие говорит об оригинальном происхождении дисплея. Жмем паузу. Так, продолжаем. Ну что, надо, наверное, все-таки почистить хоть чуть-чуть. Единственное, конечно, хочу сразу сказать, что эти ватные тампоны, очень аккуратно надо с ними смотреть, чтобы они тут волосянок не пооставляли. Обычный бензин галошу использую. Телефон пахнет бензином галоши. А что главное, что он со своей функцией справляется. Очищает и заодно обезжиривает. Всю эту капу, которая тут скопилась. Все козетки. Так. На выброс. И на пол. Кто-то сейчас скажет, это не по технологии, неправильно. Я делаю вот так. Кому не нравится, не смотрите. Пальцы вверх. Подписывайтесь. Так. Ну, ладно, это пока в сторону. Хорошо. Так, крышки. Тут получается клеящая вся вот эта масса, она так и остается.
То есть то, что было, то и останется. На новом дисплее клеящей массы этой нет. Вот это, я так понимаю, надо содрать. Написано собирать в обратном порядке. То есть сначала мы ткнули кнопку Home и потом пошли. А. Пришлепывать его снизу. Так, тут у нас же эти замечательные шайбочки. Поэтому он не хочет. Советчики не до конца откручивать. Открутить немного. Кособоко стал этот шлейф, причем весьма кособоко. Непонятно почему. Что-то не хочешь сюда садиться, а? Что в твоей жизни пошло не так? Не знаю, видно вам или нет, но как-то вот зазор все-таки есть. Честно говоря, я не обратил на том, на старом был там зазор. Небольшой какой-то прям. Вроде тут ничего не мешает. Шайбы упали туда, куда нужно. Так, ладно. Видео, скорее всего, похоже как на то, как с бодуна поменять. Честно, вот так волнуюсь, прямо аж руки трясутся. Так, ладно, что у нас тут? Христосон.
поджать получится. Сильно не буду, но так, чтобы все-таки хоть как-то там этот зазор убрать, чтобы он не топорщился. Так, следить нужно обязательно, чтобы они были, как там написано, в непосредственной близости и шлейфа. Потому как в противном случае придется все это перебирать по новой. Пока жму паузу, соберу, покажу результат. Ну что, вот они, эти мытарства закончились. Значит, по сборке-то в принципе ничего сложного, если ты это делаешь не в первый раз, там, а во второй хотя бы, ну уж не говоря, пятый, десятый. Значит, какой косяк я сам лично допустил. То есть не из-за того, что я там какие-то...